Привет, друзья! Постепенно новости о дронах и БПЛА начинают вытеснять традиционные виды вооружений. И с каждым годом их будет все больше. Появилась информация о новой российской самодельной дистанционно управляемой роботизированной платформе, которую мы ранее показывали. Их уже используют в войсках. В отличие от многих дронов, это уже рабочий образец. Наземный дрон называется НРТК «Курьер». Этот проект реализуется при поддержке военкора Чингиса Дамбиева и Бориса Рожина. Техническая информация на экране. Робот-курьер многофункциональный. На него можно установить гранатомет АГС-17 «Пламя», пулемет «Корт», гранатометы типа РПГ-7, ПТРК, РПО «Шмель» и другое вооружение. Робот может использовать неизвестную модель РЭП мощностью до 560 Вт. Кроме этого, робот устанавливает противотанковые мины ТМ-62 и ТМ-83, работая в качестве минного укладчика. На роботе на штанге установлена камера, и он имеет бронелисты, но толщина их неизвестна. Дальность управления роботом до 10 км, автономность до 72 часов. Робот массой 250 кг оснащен асинхронным электродвигателем мощностью 6 кВт и может развивать скорость до 35 км в час. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.